Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня сделаем интересную самоделочку из обрезков фанеры. В данном случае нужны две заготовки размером 500 на 500 миллиметров. Нарезаю все это на циркулярном станке. Кстати, толщина фанеры в данном случае составляет 8 миллиметров. Затем нам потребуются бруски 40 на 20, длина 50 сантиметров. Таких брусков нам нужно 4 штуки. Нарезаем все это на торцовочной пиле и затем приступаем к другой разметке. Понадобятся также бруски 40 на 20, но длина в данном случае нам понадобится 46 сантиметров. Также нарезаем все это на торцовочной пиле и в данном случае нам понадобится тоже 4 бруска. Затем все это нужно скрепить. Изначально хотел все это крепить на косой шуруп, но затем решил не заморачиваться и просто скрепил все гвоздь с забивным пистолетом. Шпильки в данном случае использовал полтинник. Затем на рамку наношу клей и приклеиваю крышку. Чтобы крышка лучше держалась и лучше прижалась, все это креплю на шпилечник. Все это обхожу по кругу и получается вот такой результат. У нас получается две крышки, затем их между собой нужно скрепить петлями. Изначально просверливал все тонким сверлом, а затем уже крепил петли. В итоге должно получиться две петли. Внутри я решил разместить две пневматических вот такие пружины. Покупал на Алиэкспрессе. В комплекте их идет 4 штуки. Весь крепеж и инструкции тоже есть в комплекте. Также можно подобрать по весу вашей дверцы. Крепить тоже очень все легко. Пару саморезов и все, можно уже пневматические пружины закреплять. Решил их сделать с двух сторон, закрепил и установил. Сейчас проведем небольшой тест. Как видим, все работает. Чтобы наша дверца выглядела более красиво, прикупил вот такие ручки. Решил сюда поместить вот такую черную. И думаю, она хорошо подходит к нашему чемоданчику. Затем, чтобы наш чемоданчик не открывался, сделаю вот такой стопор. То есть вот такую ручку, их часто применяют на шкатулках, тоже заказывал на Алиэкспрессе. Затем взял два бруска и делаю разметку. Разметку делаю через каждые 4,5 сантиметра. Затем нужно будет просверлить отверстия, я их сверлю не до конца, как видите, сверло со стопором. Размер сверла 8. И после того, как все это дело просверлю, нужно будет нанести клей и установить шканты. Шканты в итоге нужно все подбить и ставить сушиться. Затем беру еще один брусок и сверлю отверстия различного диаметра. Но большая часть — это 6, 8 и 3. Затем все это дело сажаем на клей и приклеиваем. Затем останется закрепить наш органайзер на стене. Друзья, вот такой небольшой настенный органайзер сегодня получился. Я очень доволен результатом и частично его уже заполнил. Сейчас покажу. Как видим, здесь я разместил набор ключей. Также у меня здесь головки, биты, сверла. Также хотел сказать, что здесь можно было сделать какие-то другие полочки и хранить, к примеру, только сверло. Также хотел сказать, что данную дверцу можно было сделать не так, чтобы она поднималась вверх, а откидывалась в сторону. В этом случае нам поможет доводчик дверей. Приобрел себе вот такой доводчик. Покупал на Алиэкспрессе тоже. Все очень просто, вся простая конструкция. Он воздушный. Как слышите, здесь есть регулировка. Ну и собирать его довольно легко. Его можно закрепить как на левой двери, так и на правой двери. Вот все как выглядит в собранном виде. И сейчас попробуем. Вот. Все
все работает. Теперь покажу, для чего вот эта штука. То есть она у нас двигается, допустим, ставим ее сюда, и теперь у нас дверь не закрывается, то есть находится на проветривании. То есть спокойно ее можем опять убрать вот сюда, и теперь у нас дверь спокойно будет закрываться. Также решил заменить ручку на сарае, заменить ее на более такую гламурную. Мне она очень понравилась, приобретал тоже ее на Алиэкспрессе, и выглядит, конечно, она шикарно. Также в магазине, где покупал фурнитуру, приобрел себе вот такую интересную вещицу. Это обучающие замки. В комплекте идет два замка. Они идут с ключами. Но также в комплекте есть вот такие приспособления, которые позволяют открыть замки без ключей. Я думаю, для многих эта тема будет интересна. Кстати, скоро большая распродажа на Алиэкспресс 11.11. И всю представленную фурнитуру можно купить с большой скидкой. Ну а мы на этом будем заканчивать. Все ссылочки на фурнитуру я оставлю внизу под видео, под описанием. На этом все. Всем пока. До новых встреч.